Хай-хай, с вами мистер Никита, и мы продолжаем строить мистер Никита Ленд. В прошлой серии мы остановились на том, то, что я сделал такие три дома. Ну и во всех так есть. Вот тут все, что есть. Шкаф, там пусто, вот кухня, спать, шкаф. Обычные такие дома. И у всех в них симметрично так же все. Вот. И в этом. Если вы хотите, я буду. У тебя лучше симметричный. Да. Еще я сделал такую заправку. Подродик для попугаев. Там. Вот заправка, мотоцикл такой. Я, конечно, не умею машины строить. Ну, такой мотоцикл. Дальше мини-маркет. Ракета. Вот хочется, чтобы только стекло было. Ну и тут есть житель. Вот за мясом что-то. Я наоборот должно лучше. Так было. Ну, получилось так. Ну и дальше вот тут едем, едем. И тут такой небоскреб. В нем все пусто. Потому что я надо было еще на один блок там увеличить. Но не получилось. Вот такой, и на верхушке у него вот тут вот. И там что стоит? Ну, тут такой небоскреб. Надо было вот это сюда. И оп. И в подрут. Ну, сегодня я, пожалуй, сделаю. Что бы сделать? Давайте, в городе нету магазинов. Сделаем магазин. Ну и для этого нам понадобится. Город мой, вам ничего не понятно. У вас тоже, если есть, у вас включить воображение. Так, давайте вот такое. Потом стекло возьму. Я пожал. Красное. Или вот, ну, вот такое на всякий случай. Дальше возьму дверь. Такую. В него войти будет можно, это я взял. Тут. Ну и давайте я когда возьму блоки и потом покажу. Ой, я забыл. Ну вот такие я взял детали, я забыл. То, что я вам показать хотел. Ну вот тут вот так. Сделаем пол. Магазин будет небольшой, потому что сам город небольшой. И вот тут будет сколько населения. Когда появится магазин, будет работы. И появится первые поселенцы, так называемые селяне. Это будет житель. Кстати, надо потом население там. Ну, вот в один дом по два человека. Семь людей у меня в городе будет тогда. Тут вот так. Так. Поднимаем. Ну, дальше вот тут мы так сделаем. Сначала, кажется, город лень строить. Ну, потом, когда вы немного поиграете, ну, первое здание там лень, вот там, все такое. Ну, какое лучше сейчас глянем? Нет.
полный блок лучше. Ну, давайте вернусь, когда сделаю крышу. И тут внутренность с вами. Так, ну я с вами, давайте обустраивать. Ну, тут будет вот так простенько. Можно еще вот тут так поставить. Вот тут три. Ну, вот тут будет касса. Магнит. Во. Берем продукты там и так далее. Вот так. Ну, дальше возьмем. Нет, лучше вот это и. Нет, вот. Так, вот это вот так взяли. Вот тут. Житель будет стоять. Восемь их все же. Сделать так, чтобы не он не убежал. Так, что-то тут. Ну, а тут он типа обмен. Хочется, конечно, лучше. Ну, и осталось что сделать. Ну и что я делаю? Написать. Нет. Магнит. Нет. Вот. Нет, магнит. Ну, вот так уже год растет. И тут можно вот так. Оп. Ну-ка, я придумал. Вот тут вот так сделать. А вот это будет парковка. Возьмем. Конечно, места мало. Ну тут вот. Угу. Ну тут машина газ. Так. Дальше что надо? А, и дальше возьму, сделаю что-то типа. Хотя нет. Магнит есть. Ну и давайте я также построю еще много домов. А вы за это время подпишитесь на канал. Да-да.